This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. Це не метеорити падають, це американці випробовують нову зброю. Керрі, держсекретар США, хотів попередити в понеділок, шукав Лаврова, Лаврова нема. Хотів попередити, що буде така провокація, і вона зачепить Росію. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, вы говорите, что проблемы сегодняшних челябинских событий не на небе, а где-то здесь, на земле. Кто виноват? Конечно. Хватит по всей стране детские сказки нам рассказывать. Тоже мне еще Баженовы появились, уральские сказки. Метеорит рассыпался, астероид летит мимо, значит, около Земли. А что он не падает в Америке, в Африке, в Азии? Владимир Вольфович, говорят ученые, что якобы подобного рода метеориты падают два раза в год. Ну, где-то в Азии, где-то в Африке, чаще всего в Антарктиде. Я вам говорю, в данном случае это американцы в очередной раз по нам нанесли удар, легкий. Угу. И в понедельник Джон Керри долго искал Лаврова. И три дня Лавров на связь не выходил. Впервые такое, когда наш министр иностранных дел не желает разговаривать с госсекретарем. Это лишний косвенный показатель, что мы знаем об этой авантюре их. Уже медицинская помощь, 725 пострадавших. Это что такое вообще? То есть это все в чистом виде. Они боятся нанести по нам такой окончательно разрушительный удар, смести все города, заводы. Потому что мы можем ответить им с подводных лодок, которые по всему Мировому океану курсируют, взорвать ядерные фугасы, заложенные нами при советской власти шельф всего восточного побережья Америки, и от нее ничего не останется. Поэтому они хулиганят. Вот так будет периодически. Владимир Вольфович, если бы у нас было бы море рядом с Челябинском, они бы цунами устроили. Владимир Вольфович, на чем основаны ваши предположения? На том, что метеориты так не падают. И это периодически происходит в отношении только нашей страны. И Джон Керри в понедельник хотел еще позвонить, предупредить Лаврова, что это случится в пятницу утром. Угу. Но Лавров, зная об этом по данным ГРУ, обиделся и не стал с ним разговаривать. Что нас не ставят? Посыпают нас космическим мусором. Тогда почему теперь Лавров не реагирует? А что делать, уже все? Все совершилось. Все уже. Когда две башни взорвались, я предлагал в Кремле занять нейтральную позицию. Никакой солидарности с Бушем. Проявить солидарность с мусульманскими народами. А мы Бушу пошли кланяться. Вот Буш и расстрелял, и Афганистан, и все остальное. И сейчас опять. Сейчас уже жестче. Сейчас уже никто Бараку Обаме не звонит. И с Джоном Керри вообще не разговаривают наши. Поэтому мы ответный удар нанесем. Владимир Вольфович, да. Скажите, пожалуйста, а что будет сегодня утром и ближайшей ночью? Ведь ждут, что большой астероид будет пролетать мимо Земли. Или это не связанные вещи? Это профанация, это детские сказки. Ребята, вот будет астероид, оденьте черные там очки, давайте там телескоп, смотрите, где-то там светящаяся точка пролетит там за десятки тысяч километров. Это обмануть всех людей. Это все космическое оружие. И никаких астероидов, и никаких метеоритных дождей. Радиационный фон в норме. Что, вы хотите, чтобы ядерное оружие, что ли, применили? За дурацкие сообщения. Но а пострадавших, пожалуйста, сотни и сотни людей. Но подождите, Владимир Вольфович, все-таки вот, а ученые, когда нам говорят, что, например, то, что упало сегодня, это сходно с болидом, упавшим 10 лет назад на севере Иркутской области. Там тоже было космическое оружие? Ученые говорят о возможных вариантах. По цунами, по смерчу, что-то упало, что-то взорвалось, Чернобыльское землетрясение, Индонезия. Это они дают оценку тому, что произошло. Пусть они дадут оценку, что будет. Если случится, мы им дадим награды, герои России. А что объяснять, что вот упало там что-то? Это все, извините уже, он Ту-204 упал. Видите ли, они там, приборы им не показали, слишком быстро сблизились они с землей. Ну и что хорошего, самолет-то разбился, после этого начинают объяснять нам. Вы до аварии с самолетом дайте нам предупредительные сигналы. То есть здесь, до падения космического мусора нас предупредите, что идет мусор космический, падение в районе Челябинской области. А когда все упало, начинают нам рассказывать сказки. Ну вот смотрите, теперь, когда это все произошло, чего ждать от правительства? Ждать усиления космической противоракетной обороны. Запустить немедленно все спутники, которые позволяют засекать все движения любых тел космических в сторону Российской Федерации. Закрыть небо над Россией. Наглухо.
как железный занавес был при Сталине, это сухопутная граница. А в космосе все повесить на замок. Жесткий замок, чтобы никто не про ней ничего не могло полететь. Мы в состоянии расстрелять все эти астероиды за десятки тысяч километров от Челябинской области. Почему мы не нанесли удар по ним? Почему их в пыль не превратили в космическую? Почему их не перенаправили в другие места планеты Земля? Чем мы начинаем заниматься трупами? Столько пострадавших, столько разбито, столько сгорело. Это детский лепет, сказки. Владимир Вольфович, насколько ваши взгляды разделяет, ну, к примеру, вице-премьер Рогозин, которому разрабатывать все меры для дальнейшей... Чтобы разрабатывать все меры, нужно быть инженером, конструктором. Он журналист, как и вы. Журналисты должны описывать события. А техникой занимаются технари, гуманитарии, гуманитарными, так сказать, проблемами. Что журналист будет делать? Он ничего не знает. Он что, разбирается, что это такое в ракетах, противоракетных установках, подводные корабли? Он журналист, выпускник журфака. Как это можно сейчас? Он будет заниматься. А вы... Нужны новые Курчатовы. Новые Королёвы нужны. Да. Новые Циолковские нужны. Но когда вы говорите это как инженер-ракетчик, или вы уже посоветовались с людьми? Я говорю так, как думают наши специалисты, но им голоса не дают. Их не слушают. Все наши почтовые ящики, все наши инженеры космических конструкций, им слова не дают, потому что они на закрытой работе. И это правильно. Но иногда я с ними встречаюсь. Иногда они сюда приходят. И они мне сказали, надо повесить еще 30 спутников, и мы закроем всю нашу страну. К нам ничто не сможет пролететь. Мы это сделали? Нет. Они падают, и ракеты не доносят спутники до ГЛОНАСС. Завалили систему. Я понял вас. Владимир Вольфович, ответьте 809-му. А смерчи в Соединенных Штатах Америки – это наше оружие, в свою очередь? Это испытывают американцы. Они испытывают для того, чтобы направить смерч против Европы. Но Европа – союзник. Как только они смогут сделать смерч, который пройдет мимо севера Европы и по Балтийскому морю ударит по Петербургу, они обязательно это сделают. Обязательно. То же самое по Новороссийску и Сочи. А пока у них нет возможности, смерч охватывает слишком большое пространство. И трудноуправляемый он вызывает внутреннюю реакцию в Мировом океане, в Атлантическом и в Тихом. Вот поэтому выгоднее заниматься космической войной против нас и засыпать нас космическим мусором сверху. Тогда 404-му ответит. То есть это не конец света? Нет, конечно, нет. Слава богу, американцы трусливые. Они боятся нанести по нам смертельный удар, потому что получат ответный. И вот так они будут хулиганить весь 21 век. И 385-й наш слушатель спрашивает, Владимир Ильич, вы все это серьезно говорите? Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. И вы должны понимать, посмотрите, какое смурное лицо у Барака Обамы. Посмотрите, не могут назначить министра обороны США. Уж республиканцы требуют назначить более жесткого, более милитариста своим духом. А он немножко такой, как бы за мир выступает. То есть я это все говорю на основе анализа событий, происходящих в стране, и мнения тех технических специалистов, русских инженеров-конструкторов, которым слова не дают, потому что они работают на закрытых предприятиях. Спасибо. Пожалуйста. Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был с нами на прямой связи. Super hats also. InfoEvidence, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...